Всем хай, есть хорошая новость. Наконец-то я себе купил Sony Alpha 6000, беззеркальная камера, очень прикольная. Сейчас мы идем ее испытывать с Дашами на намывчике на нашем районе, короче. А то особо никуда не шли, так чисто поиспытывать. Я уже покласса вчера забрал, в принципе, более-менее. Будем сейчас смотреть на деле, на самом-то, как оно все происходит. Отцепляю. Дал нормально подержать кружочек смолы. Что ты с ним сделала, блин? Разжала, молодец. Ну, раздавила. Что, давай. Втирай тебе. Бля. Ёб твою мать, блин. Ненормально. Вот это дома смоется. Ненормальный человек. Да, дома смоется. Посмотрю на тебя. Будешь вот так жить с этой смолой теперь. Покупкой, в общем, я очень доволен. Камера нереально прикольно снимает. Ага. Короче, мы все прикалывают. Будем снимать реально очень крутые видеоролики. А Даша до сих пор не может отмазать смолу. А ну покажи пальцы свои. Где покажи? Такое ощущение, будто ты в жопе. Забрал Еву со школы. Давай ты расскажешь, нравится ли тебе в школе учиться? Что? Нравится в школе учиться, говорю? Да. Ну а что ты там делаешь? Короче, я сейчас расскажу еще раз про парты. Ладно. Ну парты это понятно, а как ты вообще там, тебе нравится, да, ходить в школу, ну, да, каждый день? Надо рассказать, что у меня там нового. Первоклашка. Что у меня там нового надо рассказать. Короче, парты новые поставили. Ну это понятно, ты рассказывай. Радужные. Короче, я с ней там сказал. Короче, там стаканчик, много-много карандашей в партах, вставленный стаканчик. А вот в такой полосочке, там может поместиться затирачка и обычные карандаши. Да-да. А стаканчик радужный. Да-да. Ну все. И что, тебе прям нравится ходить? Ты ходишь вообще с удовольствием? Ну да, что? Ну я тебе это видео покажу через лет 6, потом что? Спрошу этот вопрос еще раз. Что? Ничего потом узнать. Ты вообще? Ты не захочешь вообще ходить потом в школу. Я захочу. То спорим, ну посмотрим. Угу. Это она сейчас так говорит. Дальше будет виднее. Ну короче, мы пошли через лес. Его маленький влогер. Что? Ничего. А? Канал еще не создал мне? Нет. Вот понятно. Пока нет, только ты подачу снимай. А, ну. Такое лицо будет на все видео, на весь экран. Ага. Короче, в лесу тут надо. Я что-то вижу, радужно, я не знаю. Давай, что-то. Мы далеко идти не будем, потому что не домой. Я знаю, давай обойдем. Короче, тут очень много шишек вот таких. Ладно, пойдем уже туда. Домой? Да. Все, поснимала? Нет, давай. Ну, я дойдем до туда, давай и все. Так через короче. Это, тут очень много шишек нападало. Какой-то иголки от елок. Тут очень много бабочек всяких. А если бабочка на камеру сядет, вот, да? Не сядет. В общем, я опять задержал видео, как обычно, в который раз уже. Я, короче, купил вот эту камеру. Нашел объективы старые, советские. Helio 44M, Intustar. И, короче, их поставил недавно на объектив. Сейчас покажу вам фотографии, они нереально крутые получаются. Я, правда, фотограф так себе. Но я в основном для съемок брал видео, ну, видеокамеру эту. И вообще все прикольно, мне очень нравится. Буду, короче, пробовать снимать видео охеренные и так далее. Решили пофоткаться с гирляндой. Ну как часа пофоткаться? Часа настраиваешь. С Дашей. Ой, да ты сидишь тут, блин, развалилась. А ну подъем, блин. Короче, купил себе свет вот такой охеренный. Тут очень мега крутой свет. Сейчас я его включу.
Короче, будем делать здесь фотки за гирляндой. Посмотрим, что с этого получится вообще, как оно будет. Все, блядь, поставили лайки. Лайки, да, ставим быстро. Я, кстати, комментики тоже. Догонку. Видео сейчас быстро будем снимать по ним. Сейчас проверим пару объективов, покажу фотографии, ночные охеренные будут. Я думаю, посмотрим. Я опять же не фотограф, блин. Мы что-то попробуем из этого сделать. Так что сейчас смотрите фотографии. Ярик водила. В хате такой срач охеренный у нас отвечает. Даша решила отдохнуть. Ну шо? В смысле мой? Ну шо, нормально играть в этажку? Много людей задавило. Посмотрите на вот этого бандита. Нормально? Короче, на днях купил свет. Охеренный. Вот такой вот. Стоит 2к, правда? Меня там, ты скажешь, я видео. А, хрен тебе. Короче, тут все регулируется, и он охеренно светит просто. Смотрите, вообще ништяк. Ты как кокон какой-то, что вылупишься скоро. Короче, свет нереально охеренный, мне очень нравится. Тут можно, короче, крутить на нем, типа, яркий свет, теплый, холодный, вообще все выставляется, все мега супер. Будем скоро снимать кое-какой контент офигенный, типа короткометражек и так далее. Сейчас будем отдыхать. Посмотрите, как она вот, смотрите, вот что это? Вообще, с тобой все в порядке? Тачку красть. Кстати, хотел показать свой комп, смотрите, вот свет пригодится, как раз видите, ничего не видно. Если нажимать кнопочку, так, хоба, ой, подожди, что-то пошло не так. Извините. С этой стороны вообще жесть, я его разобрал, потому что корпус старый, Галима, я его не менял, он вообще не продувается никак. Чтоб не грелся, короче, он у меня так стоит, типа. Тупо рус, пацана, на улице дождь. Он тупо играет сам. Да, кстати, уже давно. Оптимист по жизни, давно, в смысле, смотри. Который играет в футбол, ему похер. Пацану тупо похер. Смотри, красавчик. Пока все дома он играет.